Да, вот эти вот состязания, они как бы все недостатки игры прям показывают. В прошлый раз там он их кидал в рандомное... Ну, когда я их хватал, он просто их в рандомную просто сторону фигачил. Здесь вообще фиг пойми чё. Какая-то ахинея творится. И автоприцел, и то, что он просто промахивается по воздуху, и то, что доджить хрен задоджишь. И то, что ноги не ломаются, даже если 500 раз по ним попадешь. То, что он вертикально начинает битой бить, когда этого не нужно абсолютно. Вторая нога, что с тобой? В прошлый раз допрыгнул, ну все, это запортая попыточка. Хотя время еще есть. Я тебе три раза уже по ноге долбанул. Ну хер ли. Опять-таки, видите, по воздуху прочеркал. Да ломает ей ноги. С ног сбивает, но не ломает, блин. Какого вообще хрена-то? Ну вы видели, да? Ну вы, мать его, это видели. Это просто как в этом очень страшное кино 2. Ну нахер. Вы видели, сколько я дал раз по ноге? Вот одной этой бабе. Это какой-то не ломает. Просто не ломает. Начинает число 23 настает и ничего не ломается. Просто. Просто перестает что-либо ломаться. Точно по ногам херачил. Херачил 4 или 5 раз. Реакция 0. Меня в итоге сожрали. Пять без этого. Без эффекта. Опять без эффекта. Хруст. Я слышал хруст, мать его. Но ничего не сломалось. Может, не ноги, правда, сломались. У тебя две ноги. А, ладно, погнали дальше. Слушайте, может присесть, а? Не, он встает автоматически. Он автоматически встает. Это не работает. Цепляться ко мне не надо. Так, парень, давай ты допрыгнешь, а? Давай ты допрыгнешь просто-напросто. Да запарили каждую секунду. Вот видите, опять каждую и по воздуху. И по... Что происходит-то? Я не понимаю, блин. Охренеть. У меня настолько плотные руки, что я даже колесико зажигалки прокрутить не могу, она соскальзывает. Это триндец. А, погодите, я же не взял приз. Я просто захотел отсюда убраться побыстрее. Жалко, что кладовщик, он только в башне, но хотя это была бы халява. Если бы он в каждом убежище был бы. А, что, простите? Он, видимо, эта баба решила на скамейку приземлиться в том положении, в котором скамейка. То есть спиной к земле. Получилось, кстати говоря. Эй, господа, по-моему, плачет коктейль Молотова, черт возьми. Мне хочется сейчас сжечь просто. Все сжечь. Не расходитесь. Не расходитесь.
обратно видим. Нормально, тройное сальто. Подгорел ты, мистер Пукан, сегодня, да? Да что ж такое-то? Кислота откуда? Ладно уж, не будем читерить, будем чинить оружие. Там еще кто-то со второго этажа свалился. Пошел нафиг. Будем чинить оружие. Вот, потому что... Викенд это викенд. Да откуда вы здесь берет? Постоянно на машине кто-то оказывается. Сколько раз я уже спинул оттуда... Хрен знает кого, и все равно они оказываются на машине в итоге. Кто-то дозабирается. Это, видимо, главная точка сбора зомби в игре. По скрипту просто все на машину лезут. Фу. Нормальненько. Неохота трупы обыскивать. Я жду, пока они пропадут. Все равно нужно постоять, отдышаться, так сказать. После того пипца, который был. Да, черт возьми, мощно. Да, кстати, задание снова доступно. Че, попремся? Я думаю, что стоит. Надо все-таки со всем этим дерьмом разобраться уже до конца. Я думаю, что там не особо много осталось заданий. Мне, в общем, так хочется в это верить, что я все-таки пройду эту цепочку. Да как? Твою мать! Я обосрался. Да. Деточка, немного на себя берешь, а? Ты вообще пошел нафиг. Пипец, стою тут, тушу сигарету вдруг. Норма. Это норма. А вы эти хорроры. Ой, темно, я сейчас обосрусь. Ой, темно, темнота меня пугает. Какой-то чувак по имени Слендер стоит на каком-то холме в полукилометре от меня. Меня это пугает. Вот это, блин, страшно. Ты просто стоишь и... посреди бела дня. Ни хрена не ожидаешь, естественно. Вот это действительно пугает. Охренеть как. Фу. Задница. Все, что я могу сказать. Что мне теперь варить зомби придется или что? А нет, меч. Вот это уже другое дело, господа. Естественно, классно, потому что у меня автоприцел на голову, видимо, существует в этой игре. Кай на меня кидается, по крайней мере. Две пятьсот, две пятьсот. Да легко вообще. Вообще легко. Минус. 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 Ага, минус. Опаньки. Головы так и летят. Господи, какая халява. Халявная халява просто. Опа. Плевальщик напрягает, но... Мне нравится эта штука. Скорим им так херачить. Да нет, скорим и так хорош. А вот сейчас я сдохну. Эх. Плевальщик меня все-таки достал. Ну ладно. Мне нравится эта штука, поэтому я не,
не зол на то, что провал из-за него был. Да ладно, ты так орать недолго будешь, скорее всего, только в этот раз. Можно пойти просто в другое место. Ах ты тварь, да чё меч такой короткий, а? Все равно получил. Господа. А вот это меня напрягло. Текс. Все сразу начинают, вот видите, руки ко мне тянуть, блин. По-моему, даже если тварь без рук, то она все равно может меня достать. Пошел вообще нафиг, а? Правильно, сами подходите, что я за вами бегать буду. Опс, а вот это может привести к провалу. Времени там мало остается. Done. Pay up. Ни слова не сказал, главное. Главное, он ни слова не сказал. Так, у меня там уже куча уровней. Что-то там еще на карте, судя по всему, судя по звуку, появилось. Ну ладно, сейчас прокачаемся. Тик-так. Позволяет бегать по стенам, другим плоским поверхностям, даже после прыжка. Прикольно. Используйте движение атакующих врагов, чтобы бросать их. Когда враг нападает, нажмите Alt и выберите направление. Но это херня, я это уже использовал. Перепрыгивайте врагов. Для использования нажмите пробел, когда бежите к врагу. Нормально. Наголом. Ударяя во время скольжения, можно ломать ноги врагам. Был бы у меня этот навык тогда, когда было это дурацкое задание, я бы просто королем бы стал. Потому что скилл-то он стопроцентное действие имеет. В отличие от биты, там можно херачить и херачить. Но вы сами видели, сколько я там по одной ноге и той же бил. И в итоге ничего не ломалось. Так, восстановите здоровье. Ваше тело становится крепче, вы восстанавливаете здоровье на более высоком уровне. Так, погодите, а я это разве не прокачивал? Или оно... Давайте это прокачаем. Увеличит радиус действия и силу удара о землю. Слушайте, здесь осталось-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь уровней силы мне еще надо получить, тогда я прокачаю все. Давайте вертухан. А, двуручное оружие требуется. Ну, можно, в принципе. В принципе, поразить несколько врагов сразу, сокрушительный крит. Круговой атакой, критовой хотел сказать. Чтобы использовать, удерживайте, отпустите ЛКМ. Требуется двуручное оружие. Удерживайте и отпустите. А, окей.